Разразившийся в ночь на 18 апреля 1913 года на Волге в окрестностях Самары шторм был невиданным по своей силе и уже давно не наблюдавшимся жителями нашего города. Его последствия устанавливались в течение длительного времени, а убытки подсчитывались до лета. Вот такая она, матушка Волга. Вот такой у нее характер и волжские истории. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».